Ребята, вы находитесь на канале Блог Золотого. Сегодня у нас в меню баранина в тандыре будет. Такая у нас задняя часть ноги. Она будет у нас готовиться в три этапа. Первый этап мы сейчас все зачистим, замаринуем ее. Второй этап мы обмажем ее в кляре и будем запекать в тандыре. Первым делом нам она будет зачистить от пленочек, от жилок вот этот кусок и убрать лишний жир, потому что он нам не нужен. Так, ребят, ну вот наш кусочек такой, вот, смотрите, жирненький. Тут килограмма 4, это задняя нога баранья. Так, первым делом нам надо будет вот этот жирок счистить и пленочки поубирать. Ну и начнем. Вот такая у нас ляжечка зачищенная. Теперь, чтобы вкус мяса не испортить, вот здесь находится у нас лимфоузел в задней части. Находится между вот этими костями. Так, все, ребята, мы вытащили лимфоузел. Кормили его собакам. Так, теперь, чтобы у нас маринад промариновался, нам надо сделать надколы вот таким макаром. Чтобы наша вся соль упала внутрь. Конечно, можно сделать вот здесь надрезы, ну, чтобы мясо полностью пропеклось в тандыре, потому что кусок большой. Но мы просто сделаем надрезы и подольше его будем готовить. Первым делом нам будет приготовить луковый соус. Нам надо будет нарезать лук. Так, ребят, короче, мы нарезали наш лук, нашинковали его, нашинковали наш лук вот такими кусками. Теперь нам надо будет его посолить хорошо и выжать с него сок. Где-то на такой кусок мяса почти стакан соли нам надо. Соли не жалеем, кусок большой, чтобы он просолился. Да, где-то стакан соли. Все. И добавим наши фирменные специи. Барбекю для стейка. Вот такой вот у нас. Так, добавим где-то полпачки. Следующие полпачки я потом покажу, что мы будем делать. Теперь хорошо отжимаем. Помнишь, грибочка?
Да? Классно, да? Так, возьмем вот так. Будем втирать. И вовнутрь запихаем. И делаем, как говорится, массаж нашему мясу. Все вовнутрь запихиваем. Собака плавит. Так вот отдельно все вовнутрь везде. Да, вот сюда на стол место. Ой, молодец. Да, решили мы все это дело в тазике замариновать. Да, сейчас вот так все это вот сюда пересыпем. Сейчас. Это мы помоем. Часы не поломаются? Нет, часы не поломаются. На, вот это пока туда поставь. Молодец. Ставь туда. Умничка. Помощник мой. Мясо будет мариноваться часа 3. Но за это время мы несколько раз его будем переворачивать. Как мы его поставим? Сейчас увидишь. Вот это убирай. И досточку тоже убирай пока. Так, все это дело мы заливаем еще водой. Чтобы у нас все тут мариновалось. Да. Мы добавим чуть-чуть соли еще. Вон поверх. Так как мы залили водой. Уже. И вот это все красивое дело. Мы оставим часа на 3. В хорошем случае, конечно, это надо на вечер оставлять. Мы все это будем делать, переворачивать. Наверное, воды я добавлю. Вот и все, и пусть мясо наше маринуется. Ребят, пока у нас мясо маринуется, мы там переворачиваем его. Часа 3 будет мариноваться мясо. В общем, нам надо будет разжигать тандыр, надо его прогреть. Вот у нас что осталось. Есть веточки, Сенька тут. Всем привет! Всем привет! Еще один Ярик. Да? Будем разжигать? Да. У нас тандыр разжигается. Не хочу пока. Жара пошла. Вот, можно посмотреть? Пока мы разжигаем тандыр, у нас сосиска в тесте. Есть, правда, руки грязные, но ничего страшного. Вот такие домашние сосиски. Обалденно вкусно. Очень вкусно, да? Жара пошла. Ребят, пока наш тандыр разгорелся, но надо будет приготовить тесто. Мы разбили 10 яиц и у нас килограмм муки. Сейчас мы это взбиваем. Так, мы замесили наше тесто, сейчас поставим его, чтобы оно отстоялось на полчасика. Ребята, прошло у нас 3 часа, мясо наше промариновалось, поменяло цвет. Мы в луковом маринаде ее делали, мы переворачивали кусок. Она у нас, да, у нас прям такая ляжка, кстати. Да. Сергей у нас за кадром говорит. Так, первым делом нам нужно сделать еще один маринадик. Для этого у нас... Чеснок прямо сюда хочешь добавить? Нет, я хочу отдельно. Так, чеснок
У нас две головки чеснока. Надо выдавить. И просто вот таким макаром все это делаем, грубым. Сень, как дела? Нормально. Вот, Сень, нормально. Как... Помаши рукой, так сказать. Арсений у нас там мониторит звук. Красавчик. Да? У нас звукооператор. Сергей у нас режиссер. Продюсер. Продюсер, да? Режиссер. Да не, на самом деле продюсер просто. Вместе. Да. Сколько у тебя? Это чеснок. Это вот на такую у нас ножку, ляжку баранью. Он мне, Арсений, помогает. Сегодня у нас будет супер помощником, да, Сенька? Красавица, она смотрится ужасно, честно сказать. Ну а так, да, я представляю, какое оно вкусное. Ну а ты по запаху понюхай. Запах обалденный, кстати. Вроде бы попали. Смотрите, да, сегодня погода хорошая у нас, тепло. Да, Сень? Смотри, какой толстый. Толстый? Давай сюда его. Все, запихнули мы его. Маленький. Да. Так, ну сюда наши специи. Перчик, да? Не, этот у нас специальные специи. Техасские. Барбекю. Mm-hmm. Для стейка, короче. Тут очень крутые специи. Кстати, я их часто беру. Ну, не рекламирую, но советую. Для того, чтобы у нас все было вкусно, мы еще добавим душистый перец, чтобы mm-hmm. у нас прав. Ну, добавим, кстати, смачно. Mm-hmm. Он такой крупный? Да, он такой крупный mm-hmm. помол. Ну, такой помол у нас. Mm-hmm. И чтобы наши все запахи раскрывались, чтобы они все перемешались, нам где-то полстакана подсолнечного масла надо добавить. Mm, пахнет божественно. Понюхай. Да, нормально. Божественно, не нормально. Да. Сашка, вкусняшки. Бараны на фоне жуткой бабыкают, да? Да, вот они мне знают. Кажется, мне кажется, да, они знают, что сегодня мы затеяли. Баранов тандыри. Собрата их запекем сегодня. Ну, если понравится, мы там еще одного возьмем. Так. Вот так мы это все вытаскиваем. И вот этой вот помазкой мы все обмазываем. Угу. Я думаю, это будет вообще классно. И прямо вовнутрь, снаружи. Такой массаж. Простата? Угу. Можно массаж простаты сделать. Брат. Вот так вот. Ну ты что, жалеешь, что ли, соус? Ну хотя да, надо растянуть там все. Да. Надо же всего обмазать. Потом она должна постоять или нет, ты ее сразу запекать будешь в фольге? Мы сейчас ее в тесто. Угу. У нас тесто вот мы сделали. Раскатаем. Тесто для чего сделал? Чтобы сок, который будет выделяться при жарке. Он будет вниз стекать, и внизу оставался. Там будет кашка, да? Тестовая каша с жиром, правильно? Нет, не увидишь. Ну, мне так кажется. Нет, я тебе говорю, что нет. Этого не будет. Мы массаж. Смотри, он ее, видишь, массажирует. Вот это крупным вкусно планом. Пахнет. Сними. Вкусно пахнет? А. Конечно, нифига чеснок с бараном. Не, можно, конечно, это и фольгу, и сразу и запечь, но оно загорит. И внутри не пропечется. Вот. Да, я за то, чтобы пропеклось. Вот, я тоже. Ну. Ну вот, вот такой у нас супер крутой маринад. Короче, готовили мы в два этапа, но будем в три. В конце мы, когда все пожарим, мы вытащим ее. Какой здесь вес? А? Какой вес? 4. О, ничего себе. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. И пишите комментарии, это помогает продвижению моего канала. Вот такой кусочек у нас суперский. Так, теперь этап номер два.
Мы достаем наше тесто. С яйцами? Тесто с яйцами, да. Отлично. Чисто яйца. По нему видно, он желтенькое. Да, для чего? Чтобы тесто было такое у нас густое и сок, выделяемое мясо, никуда не девался и не впитывался в тесто. Вот для этого мы и сделали такое крутое наше тесто. Так, немножко нам надо. Да, так ты ее сделать. Расправь, ага, чтобы вот здесь зацепить. Вот это что-то да. Пусть на улице будет. Ну, тесто не докатал. Как ты его здесь слепил? Я сейчас слеплю, не переживай. Ты же второй его раскатаю. Папа, еще тесто будет жарко. Да. Так, спойди. Да? Под нос убирай. Так, подожди, сейчас я. Пока Серега там снимается маку, Сашка тут тесто раскатывает. Дай лапу. А, тут дело полным ходом идет. Да, не говори. Пока ты там с собаками. Давай лапу, ну-ка. Подожди. Ну да, он. Да ты сам ее лапу взял, да? Или она сама дала? Вот сейчас смотри. Вот. Так, это мы убираем. А ну-ка убираем. Еще раз. А, сама дает, да. О, вот. Наше дело. О. Будем запечатывать. Я как будто как курица. Да? Это большая курица, да, Шурка? Да. Па, что, лезть не сможем так? Или не надо? Ну да. Помогай, конечно, какая? Только вот тут вот. Края слепливай, прям края, как будто пельмени делаешь. Давай. Большой пельмени. Большой пельмени, да. Вот Сашка так, такой довольный. Очень, кстати. Я надеюсь, что в этот раз мы не спалим мясо. А в этот раз мы. Стопочку налить. Мясо пошло. Нет, в этот раз. Сказал бы это слово, но нельзя. Дети. Вдруг дети смотрят. Все, хорошо? Не-не-не, прям надо хорошо брать. Вот так край, краю вот так. Да. Видишь? Вот, я же тебе сказал, как пельмени, да. Отходи-ка. Вот. Сейчас мы еще, кстати, нам надо будет проволоку найти какую-нибудь. Маслом не будешь смазать? Нет, незачем. Вообще незачем. Так, ребят. Все, не трогай. Начнем нашу процедуру. Она прилетела. Да? Ну давай, теперь будем поворачивать, правильно. О-о-о. Наша конфетка такая. Против пришельцев. Да? Да. Вы делали когда-нибудь фольгу из фольги тапочку? Делали, детки. Это чтобы магнитные бури не воздействовали на ваш головной мозг. Если он у вас есть. Папа, если он есть. Да, ну, да, и, да. И против пришельцев тоже, говорят, помогает. Да, ты прям ее вот так обмотай в глаз, ой, ага, и теперь выше еще. Видите, у нас обожгло все, у нас по краям все белое стало, значит все нормально. Сейчас мы растусуем наши угли. Жар у нас, кстати, неимоверный. Ну, правильно. Она поливает растения. Блин, я опоздал. Так. Вот такой кушман пошел у нас. Ой, я так и знал, что будет. Тандыр. Так. Ты не знаешь, что нам надо? Нам, походу, надо все замотать. Сень, отойди. Верхнюю часть тоже хочешь? Нет, она лежит. Ты-то там жар пошел. Да, жар чувствуется. Да? Угу. Ну все, теперь, да мне кажется, уже и запах сейчас пойдет. Да, мне кажется, запах сразу должен быть. Так, теперь нам надо это все дело накрыть. У нас прошло минут, наверное, 15. Можете послушать, как оно шкварчит. Я надеюсь, не слышно. Вот так мы замазали эту чели глиной. Подувало тоже с двух сторон замазали. Ну, ждем, смотрим, наблюдаем. Ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, пишите комментарии, как вам рецепт, задавайте вопросы, я на все отвечу.
Ребят, у нас, короче, прошло 40 минут. Блин, запах вообще сюда обалденно идет. Прям конкретно. И жар тоже такой хороший. С нашего самодельного тандыра. Ребята, короче, для вас быстро, для нас это было капец как долго. Прошло 2 часа ровно. Сейчас мы хотим посмотреть, что как получилось. Достанем наш кусок мяса. И мы проверим ее на кровь, на сочность. Ну, я думаю, что будет все круто. Так. Так как у нас... Здесь мы нахимичили, конечно. Но это наш самодельный тандыр. Тут извиняемся, как получилось. Мы тут как могли глиной замазали. Ну, жар такой прям... Ой, вообще, вот это прям тема. Ты смотри, какой кусок смачный. И, кстати, жар такой еще идет. Да, есть. Вон, видишь, вниз все-таки тесто сползло, мне кажется. Не, давай сейчас достану. Ага. Наш кусман. Не, ну это мне прям нравится очень сильно, кстати. Сейчас я закрою, чтобы жар не уходил. По сравнению с прошлым разом. Не, ну ошибки. Все мы люди. Учтены, да. Да, ошибки совершаем. Так. Наверное, мы сильно, да, не будем скрывать, мы просто... Да, ты так немного посмотришь. Ага. На кровь проверим. Так, смотрите, вот тесто наше запеклось. Тесто запеклось. Да. Шикарно. Блин, запах вообще теста. Смотри, какой классный. Ты видел, какое тесто, почему я делал? Кстати, я бы его сам съел. Есть. Да. Тесто можно есть. Короче, надо делать побольше. Дверень. Нет, она прям сырая. Это, конечно, без корочки. А это кость, кстати, я попал в кость. Угу. Давай тогда не будем. Запах самса. Да. Самса очень большой. Я предлагаю тогда этот. Подожди. Поджарить его. Да. Кстати, посмотри. Сейчас я отрежу. По-моему, кстати, она даже режется готова. Хорошо. Все, она готова. Ты смотри, она как режется. Не, мясо там этот. Я думаю, все. Смотрите, вот кусок. Вот наш. Это середина. Пускай, ага. Кстати, она прям с три разваливается. Вот. Сейчас покажу. Все, она готова. Она готова. Хочешь корочку, можем на 10 минут положить. На 10 минут положим. Блин, Серега, ты попробуй, ты вот сам на себя сними. Скажи, как она распадается. Да. Не всяк, да? И на соли, и на все получилось. Так, вот это мы сейчас все убираем. Посмотри, какое тесто у нас получилось классное. Да. Видишь, я говорил сок. Да, да, да. Не, будет. Ну сок, да. Ну ладно. Ты смотри, какой он прям. Это, слушай, можно прямо так к столу без корочки сделаем, а? Давай. Блин, не. Давай без корочки, Сань. Хватит. Там все хотят перекусить уже. Давай вот так запечем. Не-не-не. А вот если... вот это не надо, корочки так не будет, Сань. Что ты делаешь? Ты на горячую. Купил кипяток. Не, я хочу мясо. Вот это, вот там сейчас будем скрывать, и будет кайфово, без корочки. Тогда давай тогда сейчас, да зачем лаваш? Давай на лист салата туда поставим. Просто, да, на лист салата, да, вот проволоку открутил. Сейчас, сок побежал. Все. Оставляй. Нет, я уберу. Лишнее убери. Вот это оставляй, пусть будет сок. Ладно, давай тогда сегодня так сделаем. Да, вот эту проволоку откручивай. Сейчас. Убью. Давай. Для красоты. Мы же еще пока этот... Надо фото сделать, кстати, будет. Нет, по-любому. Да, засалфимся. Чтоб прям такой, знаешь... Инстаграм отдыхал, короче. Ребят, ну блин, вот это вот, кстати, очень шикарно получилось. Я советую, это прямо у меня будет, наверное, подборка будет определенная категория
в YouTube видео, где я буду советовать, что вот это блюдо, это прям must have, короче, будет. Вы вот посмотри отсюда, Сереж, сними, она прям сочная, она отделяется. Прям руками можно, вот, кстати, отправить, кушать. Руки, конечно, я извиняюсь, это после тандыра. Так что я советую. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, до свидания. Пока, я вас всех люблю. Счастливо.